spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Товары японской компании Daiwa пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Сегодня в нашем обзоре представлена очередная безанновационная катушка от этого производителя. Перед нами обновленная в 2019 году модель серии Emblem с индексом 45 SCWQD. Ее вес равен 623 грамма, а достаточно низкое передаточное число составляет 4,9 к 1. Давайте поближе ее рассмотрим. Emblem выполнена в черных тонах и позиционируется как катушка для ловли крупной рыбы. Корпус выполнен из специального прочного композита. Внутри расположен мощный тяговый механизм DigiGear 2 с применением так называемого бесконечного винта. Он рассчитан на значительные нагрузки, возникающие при вываживании трофейных экземпляров. Плотная и ровная намотка осуществляется за счет системы Slow Cross Ram. Полый ротор Air Rotor снижает образование лишних вибраций во время вращения. Тут же можно рассмотреть наличие специальной системы, которая не дает попасть леске под шпулю. За один полный оборот ручки выматывается 104 см лески. Конструкция предусмотрена установка 6 шариков подшипников и реализация системы Infinity Anti-Reverse. Основная шпуля Ultra Long Cast сделана из алюминия, а ее коническая геометрия и скошенный бортик обеспечивают максимально дальний заброс. Для крепления лески предусмотрена круглая металлическая клипса. Лесоемкость представленной модели составляет 300 метров монофила толщиной 0,35 мм. Отметим наличие ролика лесоукладывателя Twist Buster 2 с функцией противозакручивания. Также обратим внимание на фрикционный тормоз Quick Drag. Он расположен спереди и способен выдерживать максимальные нагрузки до 15 кг. И что очень важно, он очень быстрый, позволяющий затянуть шпулю практически парой оборотов. Для удобства катушки снабжены рычажком реверса в нижней части корпуса. При его переключении ручка вращается не только в режиме намотки, но и в обратном направлении. Сама рукоять выполнена из алюминия и оснащена прорезиненным Т-образным кнопом. Чтобы прижать ее к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо немного ослабить прижимной винт с противоположной стороны. С его же помощью можно из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. В комплект Emblem 45 SCWQD входит дополнительная металлическая шпуля. Однако она обладает большей вместимостью и может использоваться для намотки лески с другими характеристиками или в качестве запасной. Есть и набор специальных шайб. Изменяя их число, вы можете отрегулировать качество намотки. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.